Чувашии прошел первый фестиваль церковных хоров. Площадкой для выступления стала воскресная школа храма новомучеников и исповедников российских города Чебоксары. Церковный хор, или по-другому клирос, редко выходит на сцену. Обычно певчие остаются в тени сводов храма. Но фестиваль предполагает зрителей, так что у прихожан была уникальная возможность увидеть, как поют церковно-приходские хоры Чебоксарской, Чувашской, Канашской и Янтиковской, Алаторской и Порецкой епархии Чувашской митрополии. Хоры исполнили песнопения всеночного бдения, божественной литургии, постной триоде на чувашском языке, умиление, печаль, восторг, радость. Эти чувства свойственны любому человеку. Кроме этого, прозвучали и нотные песнопения, переведенные на чувашский язык известных церковных композиторов Веделя, Бортнянского и других. Любовь и сила веры, надежда и радость – основа основ церковной музыки. В планах сделать этот фестиваль ежегодным.